169 серия, Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройден путь 57 километров. Видео закончится на границе Республики Саха-Якутия и Амурской области. Несколько раз будем пересекать Байкало-Амурскую магистраль, периодически то слева, то справа, стрелками указано, ну, места, где проходит БАМ. Еще раз хочу поблагодарить за поздравления с новым 2022 годом и доброе пожелание в мой адрес и адрес моей семьи. Благодарю. Ну, продолжим движение дальше. Следующая серия, 170-я, это уже будет движение по территории Республики Саха-Якутия. Трогаемся. Еще ручей банный, еще стоянка. Ребята, ну... За исключением небольших участков, где идет ремонт, и вот этих скважин от того, что брали асфальт на анализ. Какие претензии? И дорога, и разметка, и полотно. За очень редким исключением. Найти стояночку, чтобы Ванька была. Сменная одежда есть пока. Не надо.
высокоскоростной интернет, трындел Медведев, цифровизация. Стояночка. Пожалуйста. Навигатор нифига не подсказывает опасные участки. Интернета нет. Связи нет. Ничего нет, только красота.
фрезой снимали, здесь уже начинается. Деревья с корнями.
закончился ужасный участок.
Спасибо, платок.
офисе и поменяю карту. Так, замена карты на маленьком регистраторе. На боковом. Давай вот так. А он что? Я сбил фильтр. Фига себе. Все, поменял все карты, и часа 4 нужно ехать, хотя мне показывает навигатор до привала час 44, 132 километра. Поехали. Нагорный через 37, фу ты.
мост через железную дорогу был. Пять и шесть, добавил 100 грамм. Правый — это регистратор боковой, от стекла идет засветка, солнце падает. Вот такое опять. Десять километров ремонт. Значит, будем 10 километров так трястись.